Ну, данное заведение у меня существует уже давно, и все время хотелось внести что-то новое, чем-то заинтересовать людей. И начал искать идеи, ну, как везде, все, наверное, в интернете. Наткнулся на компанию Pogumax, посмотрел их рекламные ролики, связался с менеджерами. Все доступно объяснили. Мне данная идея очень понравилась, решил применить у нас в городе, потому что у нас в городе никого такого нету. Пообщавшись с менеджерами, мне все объяснили, помогли подобрать оборудование, настроить его. В принципе, все прошло хорошо, гладко. Программа очень понятная, интуитивная, то есть можно разобраться. Даже если возникали какие-то вопросы, очень оперативно отвечали видеоинженеры, решали, либо удаленно подключались. То есть проблемы решались очень быстро. Поэтому, да и программа сама, в принципе, несложная, когда разберешься с ней. Мы часто посещаем кафе «Фудзи», потому что это наше самое любимое заведение в городе Камышине. Часто приходим сюда с друзьями, с подругами для того, чтобы вкусно покушать и приятно провести время. Но сейчас, когда появилось такое нововведение, как необычный проекционный экран, это заведение, несомненно, приобрело дополнительный шарм и изюминку. Данную программу, конечно, посоветовал бы другим, потому что это довольно необычно, креативно. Я думаю, что это будет способствовать продвижению бизнеса. И людям очень интересно, приходят, радуются, фотографируются на фоне этих видео. Да, однозначно, да, посоветовал бы. Ну, на данный момент мне программа полностью устраивает, она мне нравится, потому что сфера применения данной программы очень широкая.